такие колеса огромные у трактора. Огроменный трактор просто. В нашей большой семье все трудяги. Мы кормильцы. А кормилец звучит гордо на любом языке. Сюда пойти фотографируемся. О, это вообще! Я с ними работаю. Брызги от фонтана летят. Трактор Беларуси. О! Это скульптура трактора? Там написано, что ты Беларусь МТЗ-2. Тракторозаводцам посвящается. Выпущен 4 октября 1953 года. Еще 8 лет. Где только я не был. Игрушечный трактор. Детские аттракционы. Качельки. Детский тренажерный зал. Импровизированный, по всей видимости. И тут же скейт-парк рядышком. Офигеть. Лошадка, скульптура тоже. И запряжена лошадка. Небольшая телега здесь. Тут еще и человек оказывается какой-то. Солдат, что ли? Нет, кажется, памятник колхознику. Танк. Да, вот я прошла, и ты ко мне. Почему танк здесь? Какое он отношение имеет к тракторному заводу? Нарисовали танк и черный. Немножко непонятно. Надеюсь, здесь это не опасно, а то... Страшно, что они упадут с такой высоты. Этот танк здесь сделали. Шасси выпускалось на Минском тракторном заводе серийно с 1983 года по 1991. За ручку с охраной. Бедняга, что это с ним? Надо снять. Какое мыло прикольное. В виде сушеной рыбы. И с трактором даже. А там что? Ой. В виде розочек. Замысловатые тракторы. Это огромный надувной трактор. Столько аттракционов здесь. Есть еще какой-то самолет. И замок подальше.
Бульдозер внушительных размеров. Гор... Драконленд. Как обидно, что мне не 5 лет. Что я не могу во всем этом участии принять. Дельфин в небе. Видимо, игрушка унесла ветром. Русский рок-н-ролл. На празднике, посвященном 70-летию немецкого тракторного завода. Моя мама здесь работает, поэтому мы решили сюда съездить. Она меня пригласила. Но я хочу вам немножко не об этом рассказать. Я уже буквально все показала, все, что могла. Я хочу рассказать о том, почему так редко выходят видео на моих двух каналах. Все дело в том, что мне бывает не здоровиться, причем неделями. Бывает, что просто нет настроения. Бывает, что нет вдохновения, бывает, какое-то уныние нападает. И у меня такое ощущение, что у меня в голове вообще никаких слов не осталось. И я даже не смогу банально поздороваться, не говоря уже о том, чтобы комментировать видео. Поэтому неправ был мне Федор, который говорил, что летсплейщик вообще в любом своем состоянии практически может комментировать игровое видео. Это не про меня, поэтому и такие длительные перерывы. Надеюсь на ваше понимание. Все тот же фонтан, только уже с подсветкой. Какой мостик красивый. Какая красотища. Это вход на немецкий тракторный завод, насколько я понимаю. Всегда город вечером гораздо красивее, ночью точнее, чем днем. Квадрокоптер. Как будто НЛО. Лазерное.
вообще. Кому это все могло осуществиться?